Томас Алва Эдисон. Парни! Надеюсь, чековые книжки при вас? У меня столько идей, что и 12 жизней не хватит. Я сейчас работаю кое над чем. И это изменит мир навсегда. Здравствуйте, я Джордж Вестингхаус. Электрическая система Эдисона значительно дешевле газа. Это не лишает вас сна? Самое интересное еще впереди. Мы станем великими! Эдисон обещает через пару месяцев осветить весь мир. Кухонные плиты, стиральные машины, электрические экипажи. С электричеством я могу достичь того же, что уже сделал с газом. Компания Westinghouse Electric. Только Эдисон Электрик, только мы. Вы богаты? На данный момент, да. Вокруг полно стервятников, их нужно гнать прочь. Вот что он о тебе думает. Не покупайся на его провокации, в этом его тактика. Засудим его. Westinghouse Electric сумеет дать отпор. Он паразит. Его ток убивает людей. Только по вашим словам! Мистер Эдисон, если вы будете впредь высказываться обо мне и моей компании, я бы попросил вас говорить правду. Автоматизация, транспорт, коммуникации. Тот, кто будет контролировать этот вид тока, будет контролировать будущее. Вы вряд ли знаете его имя. Но его работы демонстрируют такое понимание вопросов электричества, какого я не встречал ни у кого. Господа и дамы. Никола Тесла. Так чем же вы занимаетесь? Решая проблемы за идиотов.